Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем с вами прохождение Fallout 4. Так, мы в Квинси опять вернулись. Сейчас быстренько посмотрим, что здесь есть. И побежим дальше. Да почему нам крышка-то? Не ссы. Так, где я вообще нахожусь-то? Чуть не заблудился. Так. Ты достал. Вау. Что это было? Блин, мне нога уже сломана. Ух ты. Кто это там такое? Что за завод у нас? Ага, там тот завод как раз. Блин, ладно. Нам надо сейчас здесь чиниться. Ах, найти надо все. Для починки. А чё, почему я не могу? Сдох. Ага, все понятно, это он был. Ага, вижу. Оба-на. Это у него броня. Нифига себе. Тоже как у меня, что ли? Башку тебе.
посмотрю попозже сейчас. Того надо убить. Где он там? Эй. Так, что мы взяли? 20% шанс повредить ногу цели. Хм. Ну что ж, в принципе, можно будет, да, его. Пока идет бой. Проекция даже так. А, так вот же она, матушка Мерфи, все понятно. Так, хорошо. Где ты там? Да, я тебя не вижу. Так, отлично. Как бы теперь туда забраться? Я вот интересно. А сейчас я могу починить, нет? Еще-то. Все, нет, закончился бой. Так. Алюминий нужен, да? Окей, сейчас найдем. Thank you.
Пойдемте найдем алюминий, сейчас соберем и починимся. Я надеюсь, что я починюсь. Слишком много вещей. Да. Куда упал, козлина? На-ка. Don't mind the clutter. Оба-на! Ну-ка. Понятно, прикольно. Будем знать, что сюда можно возвращать книги. Мне нужно всего лишь два алюминия. Для кекса. Чуть у меня такое ощущение, что здесь можно жить. Так, дайте к мне алюминия. Thank you.
Так. Да. Блин, у меня и руки скоро сломаются. Опять до ловушки. Так, ладно, давайте-ка пойдем. Станции Августа, что произошло? Понятно. Давайте-ка тогда найти на заводе Атомайз. Не хочу. Чё ты меня стреляешь? Пойдем посмотрим, что здесь, пойдем отремонтируемся, сходим. Я еще тут не был. Так, это у нас оружейный верстак. Ну-ка, давай-ка. Разберем. Это что такое? Странно. Еще бредятина какая-то. Так, ну это разберем.
термооптическую скорость. Ладно, ставим. Так, что за терминал? Интересно. Terminal only. Gotta find the terminal. Попробуем, может, хватит. Так, нам туда. В принципе, тут все хватило нормально. Че, нам на завод теперь топать? Я у тебя пуколка еще не выросла, блин. Hey, something's out there. What do you think that was? What was that? What was that? Бегут, бегут. Я не помню, он же со звездочкой был. А, вон тот со звездочкой, понятно.
Ну. Но. Hey, something's out there. I think they left. Hey, something's out there. Ты знаешь, что там есть? Ага. Вот опять через текстуру, блин, не простреливается. Guess we scared them off. What was that? Ах ты, пада. You think we're safe now? Blue, we're not alone. Да, сейчас и того пощелкаю. Давай, иди сюда. What do you think that was? Там, по-моему, один остался. Ну его, в принципе, Биг Мака этого сейчас завалим и все. What was that? Guess we scared him off. Hey, something's out there. Must be imagining things. Так, что бы с тобой придумать побыстрее, чтобы... Так, а так я в него не попаду. Blue, we're not alone here. Ну. Да, надо было сейчас... Зря я ракетку эту... Ну, разобрал. Бигман или как он там называется. Башку. Так вот. Так, сохраняемся. По-моему, вы тут обоссались. Чё, всё? Электричество кончилось? Так, чё-то я не помню, как туда зайти. Ну, выходи. Now,
Так я же того убил. А. Вот это ты даешь. Ничего себе. Стреляй, стреляй. Офигительно. Так. Блин, ты у меня эти же запчасти есть, я же находил. Гаси тут сколько. Так, значит, пойду-ка я наверх схожу. Мне карты, по-моему, давал, да? Так, дорогуша, ты где? Там еще что-то есть. Ну. Я надеюсь, меня тут не закроют. Посмотрим, что у тебя есть. Плазменный карабин я оставлю на всякий случай. Тебе я отдам.
В принципе, тут я взял. Нам надо вот сюда теперь. А, у меня слишком много вещей. Ну, давайте выкидывать понял. Ой, ну и пошли нафиг. А чё тут никого нет? Так. There we go. You're back. Were you able to find those parts? I've got them right here. You do? All right. Let me take a look. Yes. Yes. It's all here. It's really all here. You've more than earned your reward. Here. Here. Just like I promised. Now, I need to get back to work. Finally. Tighten this. Что, всё, что ли? Did the Minutemen send you? Yes, I'm here to help. What's going on? There's a group of raiders that won't leave us alone. Stealing our food and supplies, threatening us if we can't give them what they want. We know where they're coming from, but we can't stand up to them ourselves. Don't worry. I hope so. Блин, да задолбали вы с одними и теми же... Пошли. Что, ты теперь крутая, да?
с этим пулеметчиком. Ух ты! Hey there. You look like someone who could use some talk. Man's best. Хочу. Right? You've got a deal. Oh, yeah. You sure? I mean, she's a great dog. Don't get me wrong. I just don't want to sell her to anyone who isn't going to take good care of her. I'll take good care of her. Don't worry. You know what? I changed my mind. I don't think I want to sell her just yet. Блять, сука. I changed my mind. She's not for sale anymore. Ну-ка. Давайте-ка. Че вы хотите сказать, я еще ничего не взял даже, что ли? Тяжелый случай. Эй! Shoot. Дай мне! Надо тебя нарядить, наверное, в эту броню силовую. Так, значит... Да уж... Так, особняк семьи Крупов, ну-ка, где это? Да не, вы чё, издеваетесь? Я туда дойду.
You're back. Were you able to find those parts? I've got them right here. You do? Yeah. You. Now I need to get back to work. Так, сохранимся. Finally. Did the Minutemen send you? Yes, I'm here. There's a... Don't worry. I'll take care of those raiders for you. I hope so. Так, побежали теперь. Может, сейчас опять эта собачка будет. Так, а где он? И печалька. На эту дяденьки с собачкой. Ну и не надо. Я даже собирать с вас ничего не буду. Хоть за это спасибо, что постоянно тут, блин, эта бомбочка лежит. Ай, ёптель, мопс, я же не могу ничего собирать. Я и забыл. На тебе патроны за 5-миллиметровые. This stuff is dust. What the hell was that? Так, черти. Я здесь. Где? Ну все, ну пошли отсюда. В принципе, мы все завалили здесь. Даже собирать ничего не хочу.
хорошие. Все, побежали быстрее. Блин, надо выносливость прокачать. Давай вон там собачка он твой. Did you have any luck with those raiders? You hear about that farm run by ghouls? Isn't that something? I took care of those raiders for you. Really? Well, that's the best news I've heard in a long time. Так, где ты, Ракуша? What you got from... What's the point of picking up looking for trouble, I hope. Need to get back. To Diamond City one of these days. Biggest town I ever saw. Так, это сейчас переделаем. Дай мне штаны. Потом доделаешь. Walk 100 miles if I knew there was a pile of cash waiting for me at the end. If you wanted to make me a second printing press while you're at it. Так, значит, у меня. It's coming in pretty good. Cigarette.
far cry from working with the gunners. Glad that's behind me. Так. Давайте нафиг оставим вообще все это все. Затея. Дождем еще уровни. Прокачаем еще мощнее. Так, значит. Стандартный. Anytime you want me to carry some of that valuable gear you're lugging, just let me know. I'd kill for a drink. When you think of it, I have. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы закончим с вами. Всем приятного просмотра. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующей серии.